Привет, друзья! Сегодня у нас на кружке робототехники один из учеников решил попробовать поработать с Arduino, это Evive, и с Pictoblox'ом. Это здесь гайд, вот здесь инструкции, как все это собирать, как игры создавать. Он выбрал одну игру, он запрограммировал, получается, управление вот этим спрайтом жука с помощью джойстика. То есть вот это вот джойстик. Сейчас мы попробуем, посмотрим, как это будет работать. Видите? То есть я нажимаю влево, жучок влево двигается. Нажимаю вправо, жук вправо смещается. Сейчас я вниз передвигаюсь тихонько. Вот здесь вот эти кнопочки, видите, они вот вверх, вниз, влево, вправо. И я их нажимаю, и у меня спрайт жука движется тихонько здесь. Оп, задел, видимо, стенку. Медленно, небольшими кусками. А программируется вот здесь. Вот видите, здесь идет связь. Вот здесь подключена, так сказать, доска Evive. Вот Arduino, оно здесь подключено. И вот эти блоки с левой стороны, они добавляются сюда в скрипты и управляют спрайтом. Вот. Так ничего интересного получается. Если увеличить просто скорость передвижения, чтобы двигался быстрее, не 10 шагов, например, а 20. Давайте попробуем. То есть здесь, например, 20 шагов. Здесь 20 шагов, здесь 20 шагов и здесь 20 шагов. Так, отключаю, еще раз включаю и смотрим, что у нас получится. Ну, так побыстрее, поактивнее пошел. Наша задача — дойти до яблока. Вот, управляю с помощью джойстика. Сейчас дойдем. И вот когда он прикоснулся к яблоку, то игра остановилась.